Ремонт дорог, кстати, идет с опережением графика. Проблемный участок в деревне Шустовы отремонтировали и приняли в эксплуатацию. Об этом рассказали в администрации города. На эту дорогу от Советского тракта, где находятся крупные садоводческие товарищества, неоднократно жаловались кировчане в соцсетях. Там обновлено более 1,5 километра дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Лабораторная экспертиза отклонения от ГОСТ не выявила. Сейчас ремонт дорог продолжается на 8 объектах из основного списка. Всего их 65. На этой неделе планируется принять в эксплуатацию еще 3 участка, среди них улицы Физкультурников и Володарского. В августе начнется ремонт дорог из дополнительного списка. На текущей неделе планируем вот как раз организовать приемку еще дополнительно 3 объекта. Подрядные организации подтверждают, что до конца июля, это уже буквально остается тут 10 дней, они должны завершить максимально все объекты, которые остаются в работе. Подрядчик выполняет все сетевые графики даже с опережением, чтобы уже в последующем перейти ко второму этапу реализации нацпроекта на территории города Кирова.